smile. Чё ты? А, это Optimus E. Это Optimus Re. Prank. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Поздравь мою сестру, она родила, теперь я папа, нахуй, что сука. Ебать, что ли, нахуй? Папа, ты, сука, ты неадекватный, нахуй, дракон. В Америке в штате Кума запретили приносить в школу больше двух пистолетов. Ну, блядь, это грустно. А где звук сорал, шо, блядь? Ютуб забанит, нахуй. Эй, кстати, нихуя, это правда. Ну, дневной сон я бы не сказал, потому что днем мне особо спать все равно не хочется. Как и не хотелось. Ну, иногда хочется, только очень редко, потому что, блядь, режим сбитый. А так нормально. 776.420. Сейчас, ребята, сейчас я вас спасу. Песон, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Все, я всех спас от скримера. Кот! Это кот! Сейчас тут пятерочка будет, да? Я это видел, помню. Чемпион! Это... Когда, ну, узнаешь то, что, ну, сессия оказывается, ну, не один раз в 10 лет обучения, нахуй. А сессия каждый год, блядь, еще и по два раза, нахуй. Значит, мой план на сегодняшний рабочий день. Поздороваться с коллегами, посидеть в интернете, попрощаться с коллегами. Мне, кстати, так нравятся вот эти мемы с этим Макс Верстаффен. Только мне кажется, почему-то за них никто не шарит. Потому что у меня английский ТикТок, ребята, понимаете? Я в тренде, блядь. Я все мемы знаю, нахуй. Да, блядь. Я не знаю, кстати, откуда появилась GTA 5 RP? Почему вот так вот начали говорить, блядь? Ну, блядь, не знаю. 100% понимания. Не, я понимаю, почему так говорят, но я не понимаю, откуда это взялось. 0% осуждения. Ой, блядь. Телепортирует. Вроде бы похож, да? Скажи, ты сын клоуна? Не, я сын фермера. Нет. Сын фермера, блядь. Следующий. Вечно. Мужики и бабы. Деды и бабки. Мужики и бабы. Деды и бабки. Hey, man. Hey, what's up? I got your new shirt. Huh? Check it out. Так. Whoa, dude. I love cats. Там же что-то написано, да? А что там написано? А, понятно, блядь. А, у меня смайлик есть такой в чате, нихуя себе. Мне начали попадаться в ТикТоках вот эти вот, знаете, там, где как будто бы просто город, а там оказывается это самое, блядь, рогатка раздвинутая, блядь. Пиздец. Ну чё, футболка с котами. Милан. Ну? Милан.
Что? Милана, пиздачок закрыла, и я абсолют! Нихуя себе, блядь. Да какая редкость, блядь, встретить вот это одновременно. Впереди пробка на 3 минуты. Можно пока пивка дернуть. Внимание, через 500 метров справа. Внимание, через 500 метров справа я валялся. Впереди камера на 10. Если ты... Не, вот это имба, я бы специально это самое. Вот прям сейчас пошел на права сдавать, если бы такой навигатор ты был. Ты подросток от 16 до 24 лет, и ты до сих пор не зарабатываешь от 100 тысяч рублей в месяц, то обязательно посмотри так это видео. Котика спать уложили, он еще потягушки сделал. Очень милое видео. Ебуть. Слушай, когда вернемся, сделай что-нибудь. Молоко убежало. Я не вернусь в Антейку. Че за хуй? Ебу, сиренка нахуй в натуре, смотри. Это я не знаю, кто такой. А это кто? Кисло-сладкий. Чего? Хофманита похоже, да. Почти девятка, йоу! Это что? Что? А, ну это нейросеть, блядь. Я такой же нахуй постер видел, блядь, с этим. 9-11. Спасибо, Пепси. Так. Понятно. Ну, можем подпиздеть, если хочешь. Спасибо за 50, Санечка. Она что, чё, политика? Если политика, ну нахуй. Фу, фу, мне это... Я последний сижу про политику общаюсь, не хватит. Никакой политики, Никакой политики. Все, стоп. Стоп, политейшн. Стоп, политейшн ситуэйшн. Не та сцена. Incredible contraption. Не та... Да специально он это сделал, блядь. Специально 100% я говорю, блядь. But we just got a panini press here in shelter. Who's gonna help me demonstrate how to use it on a free roll? На нахуй. Вам, настоящий вам. Вот он. Тихо. У него боты так-то. Нет, в Питере вообще не такие люди. Вот, я думаю, у каждого дома есть вот такая сушилочка, да? Сюда полотенечко, трусики сушить. Я вообще ни разу в жизни ничего не это самое не делал. Ну я серьезно. И не собираюсь. Чё, ага, я правду говорю. Я правду говорю. Я серьёзно. Нет, а вы чё, мне реально не верите? Нет, вы реально мне не верите? Серьезно. Вы реально мне не верите, что я ничего такого не пробовал? Ну и правильно делайте. Да, ну нет, ну осуждаю нахуй такое. Я вообще реально ничего не делал. Ни травы я там. Я тебе верю. Нужнее. Очень не рекомендую сушить трусики. Вот на вот этой вот сушилке. Почему? Потому что когда приходишь их снимать утром, их уже папа нюхает. Привет. Фор. Да что же путаете мое имя? Меня зовут не Фор, меня зовут Сергей. Почему мое имя так сложно запомнить? Почему? Объясните мне. Сергей. Сейчас там чел Черепашка Ниндзя будет или кто-то. Блять, это, кстати, дефолт. Вот я Арине говорю то, что
ты мало ешь, нахуй. Она говорит, нет, я вот поела бутерброд. И все. Вода. Вау, найс, ух ты. Вау, найс, ух ты. Люди, родившиеся в 2004-м. Исполняется 20 в следующем году. What in the actual... Да, блядь, ребята, мне уже 20. 2004-му всегда будет, блядь, 0 лет, нахуй. Вот как в школе, когда я учился, было, блядь, потому что они меня ниже, в половину, блядь. Вот так оно и останется. Где звук? Такое бывало. Должен. Подмосковье девушка случайно утопила свою машину на базе отдыха. Райан Гослинг поехал. Все нахуй. Передает меня это послание. Паспорт успею поменять, успею. У меня 3 месяца. Ну, точнее, у меня до конца этого месяца еще время. Успею все. Своему хозяину. Крой черный мечник пришел. Так и скажу. Ебать, там тип нахуй палка идет. Было, сука, пиздец. Вот это вот, когда по залу по кругу бежите, блядь, и там прыгаете, блядь, чтобы эту сетку достать. Ну, было, блядь. Подумал, что это Диппинс. Было. Заза. Ничего не понял. Ну что, догадайтесь, что это тут у нас? Комиссар, 600 рублей, нахуй! 600 рублей, нахуй! 600 рублей! Нет, это когда, блядь, по улице идешь с батьком, он увидел какого-то своего знакомого, просто, блядь, ну, я не знаю, с них заспавнился, как NPC, знаете, блядь, просто идет батек, у него диалог открывается посреди улицы, блядь, с каким-то типом, и ты стоишь рядом, ждешь, пока он договорит. Или мама, ну, то же самое. MLG в свое время было раз... Вот это, блядь, было время, нахуй. Вот время... Надо вернуть время Ритпов и MLG. Вот тогда будет вообще все шикарно. Добрый день, класс. Кто сделал домашнюю работу? Ну, домашнюю работу я сделал. Бы, если бы не либеральная пресса, которая дезинформирует людей в интернете. Вчерашний похож. День я провел, воюясь с ними. Ой, а ты-то что? А если у меня нет дома, блин? Мой дом это улица, блин. Я должен делать, блин, домашнюю работу, блин. Все равно должен делать. Ну, такое было, да, тоже. USA. Опа! Ля какие. Спят.
Нихуя себе, блядь. 370 кустов конопли, дробовик и... Это правда, кстати, вот это правда. Особенно, знаете, целый день там гулял, еще что-то, вот ты приходишь домой, вот так вот, и все. А вот это пацан, реально выручил. Я вчера пошел в зал. Ой, Жужо. Решил покачать ноги и жопу. Я не могу встать с туалетом. Опа. Это точно Макс, Макс, это ты? Это мужская версия, блядь, что это такое, на то, что я побрил яйца, блядь. Меньше волос. Сидит, попрошайка. Extremely slay. Николай тебя пробило на ёлку в натуре, блядь. Эй, да, блядь, ты кто нахуй, я тфору? Не сбивайся, как... Блядь, ходить на костылях — это худшая хуйня вообще в мире, блядь. Я когда ногу ломал, это пиздец. Просто на костылях, блядь, это такая хуйня. Так, блядь, как тёлка ебаная, блядь. Ой, блядь. Мамину маму твою пахана пах. И хуй сам в тайминг так-то попадает. Хрущ. Было. Мы не можем, мои родители будут дома через 1 минуту 0,4 секунды 393 миллисекунды. Сейчас будет Макс Верстраффен. Спасибо. Я подумал, что не так? Удачи на стриме. Бруюнов. Мне всегда вот казалось странным, да, вот такие вот куртки, блядь. Я вот видел в школе, кто-то у меня из одноклассников такой ходил, блядь. Это же вообще какая-то хуйня, нет? Дал-дал дома, дал-дал ушел. Всем привет, меня зовут Мориарти, и нет. Нет. Кириешки. Привет, это Степина мама. Нет, самые лучшие сухарики на данный момент — это фишки. Вот если вы когда-то не пробовали фишки, попробуйте фишки. Это вкусно. Мама, это что значит пупсик? Тебе заняться нечем. Тебе уроков нету. Они еще и недорогие, они стоят там рублей 40. Садись и начинай учить. За спецназ. Ну? Что, я не могу выбрать? А, ну придется за террористов, ну ладно. Придется за террористов, блядь. Остального на ней не хочу. На ней не то, чтобы нет белья. На ней не хуя. Ну почему удалили вот этот танец в Але Карнавал? Было бы так охуенно. Вот просто вместо того, чтобы игру фиксить, удаляют хуй. Смешную. Сербская леди, блядь, в туре. Блядь. Гога, какого хуя происходит? Какого хуя мне только нет. У нас прям сейчас так с Ариной. Но она пообещала то, что помоет. Это Пока, блядь, он разминирует его, нахуй. Пиздец. И сразу не дошло. Это перенести парту. Парту, вот когда в класс заходит физрук. Кто здесь готов пойти и перенести там что-то? А у вас там, ну,
готовится все к контрольной. И все, блядь, сразу 500 рук, хуй. Вероятно, организация, массовый обзвон. Добрый день. Это Анна из АО-банк «Русский стандарт». Мы подготовили для вас предложение. Ах... 600 тысяч рублей... Сколько? 7%. Это дополнительных комиссий и без предприятий. Чего ты виснешь? Но у вас есть планы, вы смогли бы найти применение этой сумме. Давайте расскажу подробнее. Для этого нажмите... На скины потрачу. Если вам не интересно, нажмите 9. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Я вас очень прошу. Нихуя. Отсосать надо, я сам не могу, я не достану просто. Ты, будь человеком, а? Ты вегетарианец? Блин, это очень круто. А знаешь, кто еще был вегетарианцем? Ура! 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 Перемога будет! Утром не буду перемога! Мне, мне так нравятся вот эти мемы, там, где в Counter-Strike Галил показывают, и там, блядь, как будто этот... Герб, блядь, или что там? Мы, чтобы вы понимали, я в школу колонку JBL приносил, блядь, и мы в туалете устраивали слэм, хуй. Я серьезно говорю, блядь, нам настолько нехуй делать было, что мы включали трек, блядь, и в туалете устраивали слэм. Я не знаю, зачем. Идем! Нехуй! Вот это нахуй! 600 рублей, блядь! Вот это охуеть! Не, это медсестры, наверное, блядь. Про чипсы. Или про сухарики. Young boys. Ну, нихуя, это прикольно звучит. Ебать, охуенно! Это второй! Это второй! Лайк поставим Сорлу. Хорошее видео, хорошее.